Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Канта, без ничего! Как я понял, предыдущая часть этой рубрики вам понравилась. А это значит то, что в честь юбилейного 2020 года надо делать новую часть, следующая в 2030. Подпишись, чтобы узнать о ней первым. Вот сколько раз в жизни вы смотрели видео с Билли Джином? Правильно, скорее всего, столько же, сколько вы срали в кувшин. Представим, что вы насрали в кувшин, а вот самый главный вопрос, куда говно-то прятать и сам кувшин? Все остается, оно обратно не уходит в вас. Лично я, как эксперт в говне и в кувшинах, рекомендую соорудить из этого алтарь. Я издавна проповедовал то, что если мы перестанем все поклоняться говну, оно просто перестанет из нас выходить, и мы все умрем. Неприятное ощущение, никому не советую. А вот вы знаете то, что яблоки можно употреблять в пищу? Блять! Именно так мы с ними боремся, чтобы они не захватили мир. Едим их. Именно поэтому, если ты идешь по улице и видишь младенца, откуси у него голову. Ты спасешь мир.